получилось, все равно хочет реванш. Ну, может быть, и псих, но точно знает, чему он хочет на этой сцене своей цели. Дима, ты помнишь, в один раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Что если бы люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евроэкс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Пошли быстрее. Впереди. Дима, убери их. Бей! Цель тебя! Thank you.
влево, давай влево. Прямо!
знаем положение соблюдателей. Топор лично, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж, вот сюда. Сюда, и там его захватим, понял? Thank you.
конец, я... Того не можем оставаться! Мы должны следовать его приказам! Давай, Тимо! Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь! Топор лишь ему, где факел?